Просторной и сильной учебной программой. В новом городе на проспекте Авиастроителей скоро откроется губернаторский лицей. У заведения инженерная направленность, а это значит, что детям не придется скучать. Для учеников уже подготовлена масса кружков по моделированию и научным разработкам. Такая внеурочная деятельность, как робототехника, радиотехника и другие направления будут развивать в ребенке такие компетенции, как подготовка к инженерным специальностям. Инженер, конструктор, инженер, программист и другие специальности. Идет прием заявлений от жителей микрорайона «Центральный». Родители с радостью отправляют детей в губернаторский. Мама двоих детей Валентина Полежаева поделилась впечатлениями о лицее. Во-первых, объемы какие, очень красивые. Ну и меня очень интересует школьная программа, которая здесь будет. Говорят, во-первых, лицей, будет очень сильная программа математики. Это нас очень заинтересовало. 86-й как-то не очень. А что вам 86-й не устраивает? Сама программа обучения. Вот там слабенькая. Не только интеллектуальное наполнение, но и внешний вид привлекает родителей учеников. Его можно оценить уже сейчас. Все отделочные работы подходят к концу. Классы с удобными партами, школьное кафе современное и красивое. Актовый зал имеет право называться концертным. В нем и качественное сидение, и профессиональная сцена. При проектировании лицея большое внимание уделили спорту. Здесь три зала, потому что любой талантливый ребенок, а у нас все дети талантливые, должен быть еще и спортивно подготовлен. И, соответственно, возможности для детей заниматься разными видами спорта по интересам детей здесь тоже будут учтены. Лицей, рассчитанный на 1000 учеников, будет готов к 1 сентября этого года. Поэтому День знаний местная детвора отметит уже в новом месте. Строительство учебного заведения входит в программу нацпроекта «Образование». Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости УлПравда ТВ.